Бэтмен. Робин. Дворецкий. Привет. Just waiting for the right move. Кофе, мамать. Зачем вы делаете кофе, если вы не хотите кофе, вы хотите кофе? За чем вы это делаете? Объясните. Сегодня у нас... Ням-ням. Хуям. И еще пришли люди. Зачем вы пришли? Вы кто такие? Это Бэтмен! Это Бэтмен! Спасайся! Это Бэтмен! Что это с вами? Это Бэтмен! Это кто? Ты кто? Это Робин, наверное. Это, наверное, Робин. Бэтмен и Робин. Ну, ладно, живут. Извините, если это Бэтмен, это Робин, а мы дворецкий. Вы делаете им кофе. Зачем вы делаете им кофе? Я безусловности. Бэтмен, почему вы такого кофе? А мне тоже делаете. А почему вам вы дело, вы не делаете Робину кофе? Зачем делать Робина? А мне? Я безусловен. А мне? Рука в говне. Робин, иди отдыхай. Ночью ждет тебя работа сложная. Бэтмен тебя будет напрягать. Сейчас придет Пак. Бэтмен пьет. Пьет Бэтмен. Сейчас придет Пэкмен. Ам-нам-нам. Бэтмен. Пакмен. Ам-нам-нам. 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 И Пэкмен с вами. Робин, почему вы закрываете свое лицо? Вы не хотите говорить, кто вы? О боже мой, какой это ужас. Скажите, зачем вы спасаете людей в этом городе? Зачем? Дико. Зачем? Хватит, потом покажешь? Нет, не покажу видео, поскольку это интервью. Где Бэтмен? Говори, где? Где он? Где Харви? Везде. Везде, хули он там делает твои? Чё он твои пизде делает? Пизде. Скажите, почему у вас Бэтмен в пизде держит роль Джокера? Я безысходен. Печально. Скажите, пожалуйста, ответьте на пару вопросов. Вы знаете хорошо Бэтмена или нет? Насколько вы близки с Бэтменом? Отвечайте. Насколько вы близки? Насколько вы близки? Опа, Робин. Стой. Робин. Да нахуя! Да что было нахуя, Бэтмен? Зачем вы там идете? У Бэтмена психи, спасите его! Дима! Спаси меня! Я при чем? Чё ты... Говорите, где Харли? Говорите! Где он? Где он? Где Харли? Где Харли?